Выставку «Ель она» и ряд арт-перформансов подготовила команда креативного хаба УСГ «Эпик». Сегодня его посетил спикер Сената Мавлен Эшимбаев. Ключевое направление работы хаба – продвижение национальных ценностей и поддержка талантов в сфере искусства. Если мы хотим идти в ногу со временем, нельзя забывать и об искусстве. Его развитие в новом формате может внести свой вклад в экономику нашей страны и укрепить национальную идентичность. Со стороны государства предусмотрены налоговые льготы для представителей креативного сектора. Также разрабатывается законопроект, направленный на поддержку креативной индустрии.